1 июня открывается в селе Тамай после ремонта новый детский садик. Он будет в составе имеющегося садика. Вот. И мы с вами должны сделать все расчеты. Они обратились. Академ Гусейна во втором полугодии мы должны изыскать возможность включить этот садик в финансирование. На 60 детей открывается новый детский сад. В других местах закрывают детские сады, а мы открываем. У нас открывается детский сад. Примар молодец, депутат молодец. Нам сейчас надо помочь им. С будущего года они уже официально будут заложены в бюджет и получат финансирование. Но вот эти полгода мы должны изыскать деньги и помочь примару с тем, чтобы было бесперебойное финансирование. Для начала дайте ему декабрь-ноябрь, перекиньте трансферты сюда, чтобы он мог спокойно работать. А уже после выплаты заработной платы педагогам, где-то в июле месяце мы увидим картину реальную.